Ушки для карпа грузил в Румынию. Ну, чем они хороши, тем, что они не сильно погнуты, и можно спокойно ветлюг ставить, то есть без усилий. То есть все так продумано, чтобы человек, когда будет вставлять ветлюг перед изготовлением грузил, не мучился, постоянно продавливая, если сейчас сильно, ну, она сдавлена станком. Потому что она не до конца сдавливает, поэтому ветлюг без усилий заходит. Как-то номер будет посылки чуть позже.